можно от всего избавиться самостоятельно. Важно понять, какая степень заражения на объекте, откуда причина пришла на объект, и, собственно говоря, вот после этого уже проводить все операции. Конечно, бывают случаи, когда самостоятельно самому вырубить насекомых невозможно. Были такие объекты, когда вот даже я приходил, и вот смотрю и просто думаю, ну тут, ну реально, это сейчас будет славная битва.